Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Аноприкова, я психолог, гештальт-терапевт, имею специальность по клинической психологии, а также обучалась в магистратуре по направлению психоаналитическая психотерапия. Я регулярно посещаю супервизию, а также нахожусь в своей личной терапии вот уже более 10 лет и не планирую ее заканчивать. Веду частную практику с 2015 года. В этом видео я хочу немного рассказать о себе, но оно должно получиться довольно коротким, поэтому мне пришлось выбрать что-то одно. Здесь я хочу поделиться одной своей важной ценностью в работе. Я ее называю принятие уникальности каждого. Мне кажется, очень здорово и очень красиво то, что мы все очень-очень разные. И никто, ни я, ни кто-либо еще не имеет права решать, каким кому должно быть. Меня вот это очень впечатляет. И для меня тогда любой запрос переходит в русло самопознания, интереса к своим проявлениям, к своим ценностям, которым человек хочет соответствовать, и как бы он мог идти в эту сторону, а также пониманию других и поиска более экологичного способа проживать свои чувства рядом с близкими, а не нарушая их границы, и не нарушая также свои границы. Вот. Ну что ж, буду рада знакомству, если захотите ко мне прийти на сессию. Я принимаю как очно, так и онлайн. Всего вам самого доброго, до свидания.